Сегодня у нас компьютер со следующей проблемой. Не удается прочитать драйвер с жесткого диска. При попытке выполнить какую-либо операцию, то есть загрузиться с операционной системы, установить новую или запустить рекавери раздел, присутствующий на жестком диске, либо же просто установить систему, получаем следующую ошибку. При попытке найти какие-либо параметры в BIOS меню, также оказались безуспешными, потому что BIOS меню достаточно интересное и малофункциональное. Раньше это решилось бы сменой модели работы, точнее чтения жесткого диска, UEFI или Legacy. Я позже об этом поговорю, но тоже ничего не удалось. Каким образом была решена проблема, увидите чуть позже. А также хотел рассказать о том, как при попытке установить операционную систему мы получили тоже ошибку, которую вы сейчас увидите. А вот сама ошибка, которая не позволяет установить операционную систему. Не тот тип раздела дисков. Что будем с этим делать? В первую очередь зайдем в установку операционной системы. Здесь нам необходимо включить консоль. Клавишей Shift плюс F10. В консоли будем вводить определенные команды, которые помогут нам сменить тип таблиц на диске с MBR GPT. Но прежде чем это делать, попробуйте просто поменять тип чтения данных с диска Legacy или UEFI. Если у вас нормальное будет меню, конечно. А вот сама последовательность. Все действия я оставлю в описании, чтобы вы могли копировать и поочередно вводить. После того, как вы закроете таблицу, нажмите кнопку «Обновить», и у вас появится неразмеченное место на диске. Необходимо разметить его клавишей «Создать», и можем продолжать установку. Я решил эту проблему таким образом. После всех проделанных манипуляций операционная система встала на диск, все предыдущие ошибки исчезли, о которых говорилось изначально, и все стало нормально.